Я позвоню тебе в 5. В 5:15, если быть точнее. Ты прости, неожиданной быть не хочу. Не хочу, да и в принципе не умею. Я позвоню тебе, пока темно, чтобы голос звучал весомее, чтобы кроме моих слов в окно больше никаких незнакомых. Я открою тебе секрет о тебе, о себе, о душе и о листьях, что ложились ко мне на плед и казались мне эгоистами. Я перестану ворчать, перестану быть щедрой на искру и спокойным тоном тебе расскажу, как умирает счастье немыслимо быстро. Я позвоню тебе где-то 5:15, если быть точнее. Последний раз я откроюсь тебе, а потом я, конечно же, стану умнее.